Гуманитарный работник Оливье Ван де Кастил освобожден после 455 дней содержания под стражей в Иране и отправлен в родную Бельгию. В январе 2022 года он был приговорен иранскими властями к 40 годам тюремного заключения и 74 ударам плетью. Ван де Кастил обвинили в шпионаже, в антииранском заговоре вместе с Соединенными Штатами, в контрабанде валюты и отмывании денег. Он уже доставлен в Оман, где о нем позаботились бельгийские военные дипломаты. Премьер-министр Александр Декро заявил: Nous n'abandonnons en Belgique personne, encore moins un innocent. Эта новость стала облегчением для друзей и родных Ван де Кастила, которые были обеспокоены условиями его содержания за решеткой и ухудшением здоровья. Тегеран сообщил, что между ним и Брюсселем произошел обмен заключенными. Ван де Кастила обменяли на иранского дипломата по имени Асадалла Асади, который был осужден за терроризм в Бельгии. Пресса писала о том, что бывший сотрудник Европейской гуманитарной миссии в Иране оказался втянут в геополитическую игру между Востоком и Западом, которая называется «дипломатией заложников».